Сколько пропустил джем-сейшенов наших? Ни одного. Юра подкатывает к Нане. А я всегда к ней подкатываю. Почему не бегаешь? Я? Потому что слабому разминка не поможет, а сильному разминка не нужна. Сунь Цзы. Необычный джем-сейшн. У Игоря Луникова сегодня день рождения. Давайте ему поаплодируем. Известно, да, лучший подарок — этот подарок, сделанный своими руками. Сегодня в процессе борьбы вы своими руками можете попробовать ему сделать армбар, треугольник или еще что-нибудь. Игорь, к вашим услугам. Спасибо. Не до конца представляю, как мы сейчас будем в таком количестве вообще отрабатывать, что я сегодня задумал. Представьте себе, что вы горилла. У меня с пальца замотано, так что с меня обезьянка не получится. А люди все подходят, тебя не пугает количество? Пока рекордное количество на дне борьбы, которое я видел, было чуть больше 100 человек, поэтому нет, не пугает. Первые две схватки все поборются, потом половина будет дышать, пить чай, и будет все равно комфортно и свободно. Рок. Хорошо, вопрос есть? Нет? Отлично, тогда первая схватка в ги, разбиваемся по парам. Раз, два! Напиток. Отлично. Синий, отлично. Нет, это вот это волшебное зелье, наколдованное мастерами. Отлично. Отлично. Вишневый сок, пуэр, декупау, я забыл сюда. Модные слова. Советую. Откуда приехал сам? С города Калугин. Вот еще тоже человек с города Калугин. Трое нас из города Калугин. А кто третий? Где третий? А третий у нас. Вот он. Оба третий еще. Калужские представители бразильского джиу-джитсу. Как в Калуге джиу-джитсу. Его там нет, мы ездим в Москву. Ну, не могу пропустить. Алексей, а ты знал, что если потереть лысину Диме, то это приносит удачу в БЖЖ? Не знаю, как удачу в БЖЖ, но удовольствие это действительно доставляет. Очень жарко, а в зале вообще кипяток. Народу очень много, есть с кем побороться. Вот, ну единственное, очень жарко, очень. Приходится больше отдыхать. Вообще веселье в самом разгаре, очень круто. Народ дофига, все мокрые, потные. Много девчонок, что приятно. Ну, мне в первую очередь. И очень шумно, очень шумно. Вот это я понимаю, день рождения здорового человека. Диджей, борьба.
а ты в курсе, что два хлопка по жопе может означать сдачу? Она не знает этого, поэтому нормальный рефери нет. Игорь, сколько сегодня было складок? Сейчас скажу, в районе 15. Может чуть больше, но должно быть в районе 15. Вронин — лучшая обстановка в Москве, это 100%. Откуда к нам приехала? Из Твери. Да ладно, прямо специально для этого или чисто в командировке? Нет, мы целенаправленно сюда ехали побороться и с днем рождения человека поздравить. Сколько сваток отборолось? Все. Все? Не знаю, сколько их было, но все. На какой схватке ты сбилась со счета? На 7-й. Устала? Очень. Ну, довольна. Отлично. Надо почаще приезжать сюда. Стопудово. Да, и всем советую. 10 схваток — это, не знаю, это лучшее, что может случиться за неделю на тренировках. Приходите по воскресеньям. Если вы не приходите к нам на дни борьбы, вы, черт подери, много теряете, поверьте. Я считаю, тебе экипировка очень нужна. Ура!